Здравствуйте! В эфире канала «Россия» итоговая информационная программа «События недели». В студии Дарья Тендель. Главное политическое событие уходящей недели. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов выступил с ежегодным посланием Народному собранию Карачаево-Черкесии. Он сообщил об основных результатах деятельности за 2023 год и задачах органов власти на всех уровнях на текущий год и ближайшую перспективу. Подробнее Артур Мукце. Ежегодное послание главы региона Народному собранию – своего рода лакмусовая бумага происходящих в Карачаево-Черкесии изменений, что уже сделано и что необходимо выполнить в ближайшее время для развития различных сфер деятельности и улучшения жизни населения. Во Дворце культуры, где должен был выступить Рашид Тимрезов, собрались представители законодательной и исполнительной власти в республике и муниципальных образованиях, руководители силовых ведомств и общественники. Глава Карачаево-Черкесии отметил, что президент России Владимир Путин обозначил конкретные цели и задачи во многих сферах. Если еще пару лет назад развитие республики было сосредоточено на обеспечении стабильности, то теперь речь идет о разработке долгосрочных стратегических решений в экономике и социальной сфере. За минувшие 5 лет нам действительно удалось добиться ощутимых позитивных изменений в улучшении качества жизни наших граждан. Но главное — это не цифры, не масштаб преобразования, а социальное самочувствие наших граждан, которая включает в себя чувство гордости за свою страну, за свою родную республику. Одна из главных на сегодня тем касается специальной военной операции и оказания всесторонней поддержки как ее участникам, так и членам их семей. Глава Карачаево-Черкесии рассказал о работе, которая ведется в данном направлении. В частности, о принятых на законодательном уровне мерах и о роли, которую играет в регионе филиал Фонда защитников Отечества. С первых дней специальной военной операции мы ведем развернутую систему социального сопровождения участников спецоперации и членов их семей, что является важнейшим направлением деятельности правительства и единого республиканского штаба. К концу 2023 года по итогам встреч с семьями военнослужащих сформированы и были приняты дополнительные меры социальной поддержки для ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и членов их семей. Большое внимание Рашид Тимрезов уделил социально-экономическому развитию региона, строительству объектов различного назначения, совершенствованию туристической отрасли, обеспечению населения работой, а также энергоресурсами, газом, водой, электроэнергией. Затронул глава республики и такое направление, как развитие транспортной инфраструктуры. В прошлом году в Карачаево-Черкесии отремонтировали 71 участок дорог регионального, муниципального и местного значения, общей протяженностью более 90 километров, а также 5 мостов. Закупили около 20 современных автобусов. Большинство из них уже отправились по востребованным маршрутам Черкесска. Одной из мер поддержки дорожного хозяйства республики явилось использование специального казначейского кредита, который позволил досрочно приступить к ремонту автомобильных дорог Кисловодск-Карачаевск, Семен, Кия, ведущих туристско-рекреационным зонам протяженностью 26 километров. Здесь я опять возвращаюсь стройкомплексу, хочу обратить пристальное внимание, Мурат Олегович, на качество исполнения дорожных работ, строительных работ. Глава Карачаево-Черкесии рассказала о том, что сделано в регионе для увеличения продолжительности жизни населения и обеспечения людей мерами социальной поддержки. Так, реализуемые в рамках проекта «Демография» мероприятия уже позволили значительно сократить общую смертность, при этом сохранив ранее достигнутые показатели рождаемости. В республике сегодня действует более 30 мер социальной поддержки льготных категорий. Увеличены размеры выплат при рождении детей, а также компенсации от стоимости обучения для ребят из многодетных семей. Самое главное, что это все нам помогло сохранить уровень рождаемости нашей республики и, самое главное, обеспечить естественный прирост населения. А сегодня в Карачаево-Черкесии естественный прирост населения. Образование, здравоохранение, спорт, культура. В своем докладе Рашид Тимрезов детально остановился и на каждом из этих направлений. Так, по поручению президента России уже в ближайшие месяцы будет начата реконструкция здания Республиканского драматического театра.
Масштабные работы ожидаются в Черкесске и в рамках подготовки к празднованию в 2025 году 200-летия региональной столицы. Не была забыта и молодежная политика. Тем более, что нынешние молодые люди готовы и хотят активно участвовать в жизни Карачаева-Черкесии и развитии всех сфер деятельности в регионе. Пользуются повышенной популярностью такие важные и масштабные проекты, как высокогорный форум «Махар», «Молодежь России. Регион для молодых». В ближайшее время появится в республике и молодежный парламент. В завершение послания глава Карачаева-Черкесии поблагодарил представителей Народного собрания и правительства за совместную работу и поддержку тех инициатив, которые в конечном итоге помогли и помогают республике планомерно развиваться, совершенствовать все сферы деятельности и создавать комфорт для населения. Рашид Тимрезов выразил уверенность, что любовь к родной земле и забота о людях позволят и дальше успешно преодолевать возникающие трудности и вызовы времени, обеспечивать достойную жизнь всем гражданам. Артур Мухцелибастанов, Михак Аракелян, Вести, Карачаево-Черкесия. Правильно сделанный выбор отвечает за качество жизни и достойное будущее. В Черкесске состоялась 29-я конференция Карачаево-Черкесского регионального отделения политической партии «Единая Россия». О том, какие важные вопросы и задачи были поставлены для будущих депутатов и про сам этап голосования, расскажет Майя Хамдохова. Приветствуя участников конференции, спикер парламента Карачаева-Черкесии Александр Иванов напомнил, что «Единая Россия» была и остается единственной партией в стране, которая отбирает кандидатов в депутаты путем предварительного голосования. По словам секретаря регионального отделения партии, при выдвижении списка очень важно опираться на поддержку избирателей. В этом году участниками стали действующие депутаты, участники СВО, представители здравоохранения, образования, спорта и культуры. В ходе доклада «Единая Россия» указала главные ценности для партии. В приоритете – благополучие жителей республики, качественное образование, социальная защищенность, достойная оплата труда, здоровье и долголетие. Сегодня, в период важной избирательной кампании, наша задача – заручиться поддержкой и получить убедительное большинство в региональном парламенте. Поэтому и действующим депутатам, и тем, кто идет на выборы, предстоит активная работа с населением. Надо идти в народ, встречаться с избирателями, быть рядом с человеком, жить его проблемами, а не давать пустых обещаний, а после отработать все вопросы. После речи депутата Народного собрания делегатам конференции предстояла важная задача – проголосовать за список кандидатов, с которыми «Единая Россия» пойдет на выборы. Делегаты определят путем тайного голосования за данный список, они голосуют либо против. То есть в случае набирания большинства голосов данный список конференция утвердит, и уже мы пойдем с этим решением в избирательную комиссию Карачаево-Черкесской республики. Более 48 тысяч жителей проголосовало за будущих кандидатов. Среди голосующих были и участники специальной военной операции, для которых особенно важно было понимать, что их слышат и решают их вопросы. Конференция интересная. Я первый раз с такой конференцией. Идеи здравые. Как бы для нашего государства, для нашей республики. От послания президента все детали, которые он выложил, я прослушал. Как бы идем с ногу со временем. По завершению конференции в итоговый список вошел 71 кандидат. По решению Генсовета партии «Единая Россия» его возглавил глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. По итогам тайного голосования список был утвержден единогласно. Майя Хамдохова, Олег Молхожев, Вести, Карачаева-Черкесия. В Черкесске продолжается капитальный ремонт городского центра культурного развития. Предполагается, что педагоги и воспитанники бывшего дворца детского творчества и художественной школы вернутся в здание уже в начале следующего года. За процессом преображения знакомого многим горожанам места наблюдал корреспондент Артур Мухце. Это здание является ровесником первого полета Юрия Гагарина в космос. Открытый 12 апреля 1961 года городской дом пионеров, а потом дворец детского творчества, давно нуждался в капитальном ремонте. И вот весной текущего года строители приступили к реализации проекта. Проводится ремонт инженерных сетей, фасада здания, кровли здания. Полный капитальный ремонт идет, то есть полным ходом. Меняются полы, отопление, окна. Будет у нас красивый, симпатичный фасад.
в стиле, как бы у нас это учреждение имени Гагарина носит имя нашего первого советского космонавта. Сбоку фасада мы планируем сделать фреску с его изображением. По словам подрядчиков, количество уже убранного строительного мусора исчисляется десятками груженных КАМАЗов. И работы по удалению старого деревянного настила, некоторых изношенных коммуникаций еще продолжается. Параллельно кое-где уже заметна новая электропроводка. От последствий пребывания пернатой живности избавлено пространство под крышей. Придается презентабельный вид фасаду здания. Полным ходом идет замена кровли. В относительно сжатые сроки строители должны полностью преобразить облик центра культурного развития и художественной школы. У нас опытные подрядчики, они занимаются у нас и благоустройством города, и занимались. У них это не первая для них работа. Предполагается, что к концу текущего года весь запланированный объем работ будет выполнен. И уже после зимних каникул педагоги и воспитанники двух учреждений дополнительного образования смогут вернуться к занятиям в стенах знакомого многим горожанам места. Артур Мухсимухамед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия. В рамках федерального проекта формирования городской среды в Карачаевске ведутся работы по благоустройству новой аллеи. Подробнее расскажет Майя Хамдохова. Гулять по красивой аллее, наблюдать за прохожими с ароматным кофе в руках – это не только про красоту, но и про комфорт. Особенно в жаркую летнюю погоду, когда солнце в самом зените, для прогулок по аллее люди выбирают комфортные условия, и здесь учли все пожелания горожан. В ближайшее время проблема с мусорными урнами, освещением и тротуарной плиткой будет решена, делится процессом работы начальник отдела строительства. На территории Карачаевского городского округа в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды, так же, как по всей стране, проводится отбор территорий. Они выставляются на федеральную платформу «За город среда.ру» и происходит голосование. Те территории, за которые больше отдают голосов граждане, участвуют в благоустройстве в следующем году. В том году мы выставили две территории, и у нас победила аллея по улице Ленина. Комплекс мероприятий, направленный на улучшение экологического и эстетического состояния, будет проходить в два этапа. По словам специалистов, уже к началу учебного сезона завершится благоустройство новой территории. И к этому времени учащиеся с еще большим трепетом будут ждать школьные перемены, так как аллея расположена возле учебного заведения. Ведь повторять домашние задания можно будет не только в стенах школьных коридоров, но и на благоустроенной территории. Мы с вами находимся на данной аллее. Мы ее будем благоустраивать в два этапа. Первый этап – 320 метров аллеи, то есть мощение. Будет установлено 19 лавочек, 19 урн, освещение, будут высажены новые деревья и кустарники, и цветы. Майя Хамдохова, Али Бастана, Вести, Карачаево-Черкесия. Сейчас прервемся на короткую рекламу, а после продолжим выпуск. Испания – страна темпераментных и ярких. А вот и сеньора Санчес ждет встречи с любимым. Стоп-стоп, притормози. Вообще-то это Наталья из Кисловодска. И на ней элегантные туфли из магазина «Еврообувь». «Еврообувь» – красота и качество. Здесь и сейчас. Институт романо-германских языков, информационных и гуманитарных технологий Пятигорского государственного университета является продолжателем славных традиций Пятигорского ИНЯЗа и вместе с тем формирует новые прикладные направления. Отсюда выходят владеющие основными европейскими языками креативно мыслящие кадры в таких областях, как лингвистика, педагогическое образование, цифровые технологии и информационная безопасность, социально-культурная деятельность, логистика, инноватика, спортивно-оздоровительный туризм. Поступай правильно, поступай в ПГУ. Лазерная коррекция зрения. Только современные и безопасные технологии, проверенные опытом и временем в клинике высоких технологий микрохирургии глаза в городе Ессентуки. Лазерная коррекция зрения от 14 тысяч рублей. Всероссийская государственная телерадиокомпания ГТРК «Владивосток» представляют юбилейный международный фестиваль телевизионной документалистики «Человек и море-2024». Журналисты, режиссеры, операторы, блогеры с помощью своих фильмов и репортажей рассказывают о величии и красоте океана, истории морских городов, о людях, которые работают в море и служат Отечеству. Заявки принимаются до 1 июля. Все подробности на сайте vestiprim.ru «Фестиваль». Встречаемся во Владивостоке.
Киберпреступность растет с пугающей скоростью, признают в правоохранительных органах. В числе приоритетов в работе с дистанционными мошенниками стали меры по повышению информированности населения. Этой теме был посвящен круглый стол, который прошел в МВД Республики с участием руководителей подразделений, киберполиции, представителей общественности, средств массовой информации. Фатима Даурова подробнее. С телефонными и интернет-мошенниками сталкивались практически все россияне. Карачаево-Черкесия не исключение. По словам правоохранительной, с каждым годом число подобных преступлений растет. Мошенники совершенствуют схемы обмана, и несмотря на принимаемые меры, эффективность работы по пресечению раскрытия таких преступлений продолжает оставаться на низком уровне. В основном организаторы преступных схем и их исполнители, работающие в создаваемых колл-центрах, находятся за рубежом. Это осложняет изоблачение и задержание преступников. Только за январь и июнь текущего года в оперативную сводку МВД по КЧР включено более 1000 фактов совершения преступлений с использованием ИТТ, а их раскрываемость не превышает 27,5%. Так, за 5 месяцев 2024 года на территории нашей республики зарегистрировано 864 преступления данной категории. В аналогичном периоду прошлого года было 532 преступления, то есть рост составил плюс 62%. Преступление совершения с использованием ИТТ, а доля тяжких и особо тяжких ИТТ преступлений составила 7%. Специалисты отметили, что дистанционное мошенничество – это социально звучащая проблема. Злоумышленники похищают сбережения граждан в основном с банковских счетов и карт. А в некоторых случаях сумма потерь может исчисляться миллионами. За прошедший год общая сумма ущерба населению республики составила более 330 миллионов рублей. В профилактике подобных эксцессов задействованы сотрудники уголовного розыска, участковые, сотрудники районных отделов полиции и полицейские психологи. Проходят встречи, беседы с населением, но этого явно недостаточно. Сотрудники в один голос заявляют, что только усиление профилактических мероприятий среди населения посредством подключения средств массовой информации, общественных организаций, образовательных учреждений увеличит объем владения информацией о способах мошенничества, что в свою очередь поможет уберечь людей от потенциального обмана. Предупрежден, значит вооружен. Вот начать с управления образования, чтобы они по школам это распространили, школьникам дать какие-то домашние задания, чтобы они провели профилактическую работу со своими родителями, дедушками и бабушками. Во-первых, дедушки и бабушки с удовольствием лишний раз пообщаются со своими внуками. Родители тоже лишний раз пообщаются, а дети потом в качестве вот как бы домашнего задания докладываются о проделанной работе. То есть, с одной стороны, мы вовлекаем детей, они и сами самообразовываться будут, с другой стороны, у них как бы, ну, тоже воспитательный элемент, ответственность за своих старших. В рамках круглого стола также обсудили сотрудничество с региональными и федеральными органами исполнительной власти, операторами сотовой связи, кредитными организациями, интернет-провайдерами. Но, как говорят сотрудники, самый эффективный способ борьбы с аферистами на удивление прост – быть бдительным, и когда звонят с неизвестного номера, лучше вообще не брать трубку или на худой конец сбросить звонок. Фатима Дорова, Виктория Карпенко, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. «Безопасность детства» – так называется всероссийская акция, в рамках которой спасатели и сотрудники МЧС республики проводят профилактические мероприятия. В Черкесске на базе центральной спасательной станции школьникам рассказали о правилах поведения на водных объектах. Подробнее Оля Баташева. Водолазная маска с обратной связью водолаза. Вот. У нас также есть, ну, ласты, круг, вот, спасательный круг. Вот такая спасательная доска, «Малибу» называется. Демонстрация спасательного и водолазного снаряжения увлекает с первых минут. Рассказ о том, как правильно вести себя на водных объектах, проходит в форме дружеской беседы. Спасатель Сергей Жирняк напоминает три основных правила безопасности – быть в головном уборе, купаться только под наблюдением взрослых и в строго отведенных для этого местах, лучше на пляже. Купание в речке опасно. Она имеет свойство менять русло, плюс на ней течение. Может быть и коряги, и битые бутылки, все что угодно. То есть нужно купаться только в строго отведенных для этого местах. Сейчас пора отпусков, лето, пора отпусков родителей и пора школьных каникул у детей. Хотел бы обратиться, чтобы родители не оставляли своих детей самостоятельно вблизи воды, вблизи водоемов, озер, потому что это чревато опасностями. Купальный сезон в республике открылся 1 июня и продлится до 15 сентября. Марк Ткачев любит купаться на пляже парка «Зеленый остров». Вода спасает от жары и делает отдых приятным. Главное не забывать о правилах безопасности. Не заплывать за буйки,
далеко от родителей не уходить, там, не баловаться. При возникновении чрезвычайной ситуации детям не следует проявлять героизм и пытаться спасти утопающего самостоятельного. Лучше сразу привлечь внимание взрослых и обратиться в службу спасения. Спасатели показали, как водолаз с командой извлекают из воды макет пострадавшего. Герой был удостоен громких аплодисментов. Мне понравилось, как плавал водолаз, и там этот баллончик, я его еще никогда не видела. Вот эти лодки мне тоже понравились сильно. Они цветные, они вроде надувные были. В завершении встречи сотрудники МЧС вручили детям памятки о правилах безопасного поведения на водных объектах и пожелали приятного и безопасного летнего отдыха. Али Баташев, Олег Молхожев, Вести, Карачаево-Черкесия. В Черкесске состоялся региональный этап спартакиады «Русгидро» в группе «Юг». Это третий отборочный этап корпоративных спортивных состязаний. Участвуют в нем 8 команд, каждый из них хочет встать на пьедестал почета. О настрое участниках, о значимости соревнований, болельщиках и атмосфере спартакиады расскажет Альбина Ламкова. А как зовут нашего самого маленького болельщика? Владислав. Владислав. За кого вы болеете? «Каскад Кубанских ГЭС». Ага, Усов Николай Александрович, наш папа. Надеюсь, он тоже будет маленьким спортсменом в будущем. Такой же, как наш папа, да? Да, скажи? Будем такими же спортсменами, как папа. Да. Возможно и то, что в будущем малыш выберет профессию журналиста. Судя по тому, какое неподдельное любопытство он проявил к микрофону. Хотя можно и совместить два направления, став спортивным комментатором. Но пока самый маленький болельщик вдохновляет не только своего отца, но и всю команду. Несмотря на жару, борьба развернулась не на шутку. Для каждого участника спартакиады в группе «Юг» это всегда грандиозное событие. Здесь абсолютно особенная атмосфера. Невероятный накал страстей, буря эмоций и зачастую неожиданные результаты. Стадион «Нарт» стал настоящим праздником для всех участников соревнования. Мы желаем всем вам успехов, побед, но победит пускай дружба. И просим вас, будьте как дома, пожалуйста, все. Каждому из вас я хотел бы пожелать добиться главной цели, а главная цель – это победа. Быть лучшим, сильным и в спорте, и в жизни, конечно, важно. Участники спартакиады в группе «Юг» за 2 дня показали свои физические способности и навыки в 6 дисциплинах. Мини-футбол, шахматы, баскетбол, бадминтон, русский жим и многоборье, которое объединяет в себе плавание, легкую атлетику и кроссфит. В первый день были определены победители в русском жиме и в бадминтоне. Шахматисты отыграли первый круг турнира, а многоборцы опробовали первую из 5 дисциплин – плавание на 50 метров. Карина Савченко приехала из Волгоградской области. Участвует в спартакиаде в 3-й раз. Есть успехи в волейболе. В прошлом году выиграла региональный этап по легкой атлетике и получила золото. Спортом занимаюсь с детства. Это всегда эмоции, это всегда адреналин. Я очень люблю соревноваться, поэтому обязательно участвую. И по возможности от Волжской ГЭС всегда приезжаю. Здесь, да, я впервые. Мне очень нравится, очень гостеприимный народ. Очень вкусно, кухня очень нравится. В корпоративных спортивных состязаниях соревнуются 136 человек. Каждый участник получит опыт, но путевка в финал будет только у одной команды. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибуков, Вести, Карачаево-Черкесия. По результатам соревнований путевку в финал получила сборная энергетики ИП. 2-е место у Северо-Осетинского филиала, а на 3-м месте Черкей ГЭС-строй. С целью оздоровления и летнего отдыха по приглашению главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова в республику приехали 120 ребят из Луганской Народной Республики. Им от 12 до 16 лет. Все ребята были размещены в летнем лагере «Жемчужина Кавказа» в городе-курорте Тиберда. В летнем лагере, где проживают дети из Луганской Народной Республики, созданы условия для полноценного отдыха и досуга. Гостей региона ждет насыщенная программа, увлекательные экскурсии, посещение достопримечательностей Карачаево-Черкесии, в процессе которых ребята познакомятся с культурой, искусством, кухней народов, населяющих нашу республику. Ребята находят себе новых друзей.
Современные виды росписи, керамика, войлок, живописи, не только. Свои дипломные работы защитили выпускники колледжа культуры и искусств имени Аслана Даурова. Изделия выполнены руками талантливых юношей и девушек в разных техниках. Работы оценила и наша съемочная группа, вместе с ними Алла Динаева. Защита дипломных работ отделения декоративно-прикладного искусства колледжа культуры и искусств имени Аслана Даурова – праздник не только для выпускников, их родных и преподавателей, но и для всех тех, кто любит творчество. Наши кропотливые работы под руководством Анны Владимировны и преподавательского состава. Дорогие родители, спасибо, что вы выбрали такой путь вместе с детьми. И уже по сложившейся традиции это мероприятие проходит в картинной галерее музея-заповедника. И зав. Отделением декоративно-прикладного искусства колледжа культуры и искусств Эмма Пугова поблагодарила директора музея за предоставленную площадку, а родителей за поддержку детей в учебе и творчестве. «Не волнуйтесь, покажите все, чему вы научились», – напутствовала выпускников перед защитой дипломных работ Эмма Владимировна. Кавказские сувениры в духе традиции представила выпускница колледжа Енита Кузнецова. Я исследовала различные виды сувениров, от древнеегипетских статуэток до современной керамики, от японских ваз до русских игрушек. Я изучала форму, орнамент, стилистику и как эти сувениры можно применить. Роспись по дереву, ширма «Живая связь времен», дипломная работа Виктории Виловатой. Полгода вместе с учетом с эскизами, пока все одобрили, пока процесс росписи, да, примерно полгода кропотливой работы. Наши преподаватели замечательные, без них отделение, ну, не было бы такими прекрасными, поддерживали всегда нас, всегда верили в нас, все наши идеи, все одобривали. Сувенирные куклы в национальных костюмах, продумав и учитывая все детали, изготовила Дана Батагова. Моя работа называется «Мой Кавказ», тема «Горелев, охота сокола». Это я тем самым хотел показать, что раньше адыги использовали сокола во время охоты, чтобы их пускали на добычу, которую они хотят поймать, вот, скажем. На данной моей работе показано, как сокол нападает на кроликов, а сзади стоит его хозяин на коне. Современные виды росписи, керамика, войлок, живописи, не только, а дипломные работы выпускников колледжа культуры и искусств имени Аслана Даурова выполнены в разных техниках. И все они завораживают. Такой замечательный выпуск. 21 человек. Это много. При плане у нас вообще 12 было человек план. Мы набрали 30, а до конца дошли вот 21. Ну, за 4 года. Ну, так приварились, так припекли, что отрываю от себя просто. Я горжусь. Я горжусь вот каждым выпускником сегодня. Это готовый мастер, что мы за 4 года научились столькому. Мы спокойно отпускаем их в жизнь. Они будут себе зарабатывать, они будут нашу республику украшать. Если наша республика позаботится, чтобы они не уезжали отсюда, нужно создавать, конечно, промыслы, сувенирные промыслы, чтобы наши выпускники там работали. Мы за 32 года уже выпустили больше 300 специалистов. А многие уезжают отсюда, потому что негде работать. Мы насытили все художественные школы, общеобразовательные школы, рекламные агентства. Но надо двигаться дальше. Поэтому мне хочется увидеть это будущее. Дипломные работы выпускников выставлены в картинной галерее, и их можно посмотреть до 1 июля. Алла Динаева, Муминат Ешерова, Михак Каракелян, Вести, Карачаево-Черкесия. Такими событиями запомнилась уходящая неделя. Наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи через неделю.